Опять мы на озере, на рыбалке. Наш флот там целый стоит. Как я продлю? Ничего подобного. Это правда, Валер? Ты смотрел на меня? Очистите, пожалуйста. Кайра, привет. Как дела? Все нормально? Серега. Ну, пасаран. Ой, какой у нас сейчас будет обед. Серега, скажи, я привык делом доказывать. Щуками. Ох, какой у нас сейчас обед будет. Отлично. Это просто супер обед. Какая рыба свежая, пойманная. Курочка. Ой, сейчас будем кушать. Так, это та машина, про которую я хотел снять обзор. Урал. Так. Пироги. Это вебаста на твердом топливе. Ну, немного бардак, но мы же все-таки на природе. Вот такие пироги. Так, такой у нас автомобиль. Так, так, так. Кухня. Горячая вода даже есть. Газ. Телевизор, DVD, MVD. Все это вот так делается. Хочешь так, хочешь вот так. Туда на кровати. Так. Это стол. Вот этот. Вот эта столешница ложится туда. Вниз. Получается кровать на двух человек. Вот это все убирается, складывается. Полочки. Так. Везде сеточки. Это мое спальное место. Два человека могут спать. То есть и внизу два человека могут спать. Итого два человека спят, четыре сидят. Что очень удобно, чем, например, как в другом автомобиле, где можно или сидеть, или спать. Здесь более технически, правильно. Такой пол, как купе, короче, смотрится. Ладно, пока.